Футбольный клуб «Тверь» одержал вторую победу подряд в рамках профессиональной футбольной лиги. В 11-м туре подопечные Вадима Гаранина обыграли ближайших преследователей по турнирной таблице – команду «Родина» из Москвы. Этот матч стал для тверского коллектива, пожалуй, одним из наиболее сложных за последнее время. Открыв счет на второй минуте встречи, клуб из столицы Верхней Волжья в течение 20 минут получил в ответ два мяча. Цифры, которые были не в пользу Твери, горели на табло стадиона «Янтарь» вплоть до 62-й минуты. Сравнять счет удалось Даниилу Ерофееву, для которого этот гол стал пятым в сезоне. За 10 минут до конца основного времени матча команда с берегов Волги переломила исход поединка в свою пользу. Победный мяч на счету Алексея Орлова. Добытые в Москве очередные 3 очка позволили тверской команде подняться на промежуточное первое место в чемпионате. Свой следующий матч клуб проведет в ближайшее воскресенье. В Тверь приедет «Торпедо» из Владимира.